года, то есть завтра будет юбилей. Значит, передана база государству в лице Держмайна. И вот Держмайно в течение года, занимается саботажем, не передает в управление громаде эту базу. У меня вот есть с собой письма за подписью Мерикова, начиная с ноября месяца, вот несколько писем. Вот. Обращались мы в Министерство экономики. Они хотят, чтобы базу охраняли, но чтобы ей не пользовались. Вот наше требование такое, чтобы сейчас мы идем к руководству, чтобы здесь в понедельник максимум был кто-то, или первое лицо, или второе лицо, Госмайна Украины, для решения этого вопроса. В противном случае мы объявим бессрочную акцию.